Аэропорт Курумыч станет центром Самарско-Тольяттинской агломерации. Планы по развитию одного из крупнейших воздушных хабов страны губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с руководством холдинга «Аэропорты России». В проекте создать на территории Курумыча автовокзал и построить железнодорожную ветку Самара-Курумыч-Тольятти. В строительство железнодорожного сообщения планируется инвестировать 5 миллиардов рублей. В этом году Курумыч вошел в топ-5 по пассажиропотоку, обслужив свыше 3 миллионов человек.